Ігуана – достатньо крупна ящерка, батьківщина якої – Центральна та Південна Америка. За даними International Zoo Yearbook, ця тварина скоро стане такою ж розповсюдженою, як і улюбленці песики та котики. Обитают в Южной Америке по берегам рек, то есть им, по сути, нужна жаркая и влажная территория, то есть где они будут либо греться на солнышке, и если нападает хищник, чтобы они могли быстро нырнуть в воду и уйти от хищника. То есть таким образом игуана прекрасно плавает, может заныривать на несколько минут и прекрасно себя чувствовать под водой. Годувати ігуану слід смачним та корисним. Ця ящерка рослиноїдна. Животное остается все-таки травоядным, то есть при содержании игуаны это большой плюс. То есть не надо бегать искать корм. Пошел в магазин, купил различных зеленых веществ, салатов и вперед нашинковал. Чем разнообразнее корм игуаны, тем интереснее. Смотреть по предпочтению животного в первую очередь. То есть, как правило, животному интересен цвет корма. И светло-зеленые корма их привлекают гораздо больше, чем темно-зеленые. А оранжевые и красные они в первую очередь выберут там по сравнению с каким-либо еще цветом. То есть давать и смотреть, что она выбирает, что пробует. Но не кормить, не баловать однообразным кормом. Это вредно для животного, вредно для всего, потому что если потакать привычкам животного, ничего хорошего из этого не будет. Балованное животное, особенно во взрослом состоянии, это большая проблема. Спеціалісти кажуть, найкраще утримувати вдома одну тваринку. Лучше, конечно, содержать одно животное и не комбинировать, не проверять. Бо інколи наші улюбленці можуть полювати на ящерку, особливо, якщо ви навчите її вільно гуляти квартирою. Пока маленькая, ее можно легко приручить. То есть процесс приручения достаточно прост. Пока утром животное после сна холодное, замедленное, остывшее, ее необходимо брать смело, не бояться. Вот, брать и держать на ручках, ходить с ней по несколько часов, гладить там горлышко, гладить спинку, шейку, вот, проявлять к ней любовь и внимание. То есть она поначалу будет вырываться, возможно, но этого не стоит бояться. То есть главное взять... Вот, и показать, кто в доме хозяин. То есть, если с маленького возраста, когда вы ее приобрели, начинаете приручать постоянно, то есть необходимо это каждый день повторять, потому что ящерицы этим и отличаются от теплокровных животных, что достаточно быстро забывают все уроки, которые с ней проходят. Необходимо ее брать каждый день на несколько минут и смотреть, можно увеличивать этот процесс, чтобы животное себя чувствовало комфортно, потом возвращать в террарий. Як саме приручати ящерку, маленька компанія розповість незабаром. А поки що назвемо приблизні розміри хатнього дракона. Розказують по літературі, що може бути 1,80 м, але реально літ за 10. Тобто не за 2 роки, не за 3. Літ за 10 вона виросте 1,5 м з хвостом. Реально розмір тіла буде от такий. Розмір тіла десь от такий живот, тобто це буде такий кабанчик, який там кілограм 5-7 кг весом.